Так, вот так вот снаружи выглядит наш отельчик. Он находится практически в центре города, поэтому расположение очень удобное. На первом этаже есть вот такой сувенирный магазин. Вот так выглядит ресепшн. Итак, рубрика заселения. Посмотрите, какой красивый номер. Все выглядит очень достойно. Очень просторно. Телевизор есть. Чайничек. Холодильник. Чайный набор, водичка, большие шкафы и санузел. Санузел у нас тоже совсем необходимый. Вот так, полотенчики и душ. Так, обзор номера. Что у нас есть? Чайные принадлежности, телевизор. Вот так вот выглядит номер, кроватки. Все очень стильно, чистенько. И ванная комната. Так. Все принадлежности для душа. Так. А вот здесь у нас еще халатики. Все как положено в 4 звездах. Облачилась в местные наряды. Сходила в душ. Смотрите, что еще я вам покажу. Что у нас есть в холодильнике. Кока-кола, водичка, кофе. Так вот выглядит у нас столовая в ресторане. Доброе утро. На истории? Да. На втором, а сегодня на втором, да, у нас. Ну вот мы один раз кушали здесь на 14 этаже. Сейчас нас отправили на второй. Пойдемте на втором смотреть. Так, посмотрим, что у нас тут на втором этаже. Бильярдный стол и вот такая вот красивая зона, кофейня. Вот здесь мы сегодня, видимо, завтракаем. Доброе утро. Доброе утро. А Туи сегодня здесь, да, кушаем? Да, конечно. Спасибо. То есть вот так вот выглядит у нас зона питания. Так, вот нам накрыли завтрак, так как коронавирус. Видимо, у нас не шведская линия, а нас кормят. Так, вот такой вот красивый вид. Кафешечки. Вечером мы здесь сидели, пили коктейльчики. То есть это такой бар. Да.